Самарская область одной из первых встречает специалистов Центра радиологии и фармацевтической компании «Рош» с их новым проектом раннего скрининга рака легких и молочных желез. Сейчас мы хотим сформировать модель рабочую, отработать маршрутизацию этих пациентов для того, чтобы уже могли в дальнейшем внедрять ее и в других регионах Российской Федерации. Специалисты проводят профилактические лекции для сотрудников самарских предприятий, где проходит анкетирование. Людей, попадающих в группу риска, отправят на исследование в самарский онкодиспансер. В первую очередь мы готовы совместно с первичными медицинскими организациями провести это обследование. Чем раньше мы начнем лечить заболевание, тем меньше ресурсов потратится, в том числе и кадровых, на дальнейшее лечение. Поэтому лучше мы поработаем активно сейчас, чтобы потом было намного легче всем. Если у кого-то выявит рак на ранней стадии, это существенно повысит шансы людей на выздоровление. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.